Приветствую вас, друзья! Вы на канале Валекса, и сейчас я с вами поделюсь очень действенным обрядом на то, как избавиться от какой-либо болезни. Работаем на одну болезнь, называем ее название, либо избавиться, к примеру, от насморка. Да, вы хотите. Берем купюру. Если насколько сильно достала вас болезнь, тем крупнее должна быть купюра. Делать обязательно ближе к новолунию, либо на бывающую луну ближе к новолунию, либо в новолуние. Итак, берем купюру. В данном случае огурец, я представляю тело человека, потому что у меня нет даже куклы, чтобы вам показать, как это огурец, это тело человека. Итак, чтобы избавиться от хвори, от какой-либо, берем крупную купюру, повторяю, свою собственную, вводим ею по телу, захватывая как можно больше частей своего тела и обязательно тот больной орган, и 40 раз, обращаю ваше внимание, 40 раз читаем заговор и все это время вводим. Боль, хвороба, уходи с моего лба, с моих ясных очей, с моих черных бровей, с суставов и костей, с живота, с хребта, с грудницы, с ловких рук, да и с быстрых ног, с себя, называйте имя свое, снимаю в деньгу сию хворь, хворобу загоняю. Кто деньгу возьмет, все себе заберет. Истинно говорю, да будет так. Прочитали 40 раз, вводя по больному органу, по больному месту, и отнесли эту купюру на видное место, либо в торговый центр, либо на перекресток, туда, простите, где ее обязательно возьмут. Сразу предвижу какие-то морально-эстетические возгласы по поводу того, что на кого-то там скинешь и сделаешь кому-то хуже. За это будет откат. Отката вам за это не будет, потому что подберет именно тот человек, который достоин получить эту награду. А вам, дорогие мои, видимо, за какие-то... То есть хороший человек, которому не положено, эту купюру не подберет и болезнь на себя не перехватит. А вам, мои дорогие, желаю быть здоровыми и не подбирать нигде купюры.